дня назад, три дня назад. Три дня ты продаем на кассе. Три дня назад он поставил туда я. Как они отравятся? Да нет, какой зачем занимать? По телевизору каждый день люди дохнут, как мухи из-за качан, понимаете? И вы здесь вообще при чем? Мы здесь. А это они нас хотят выгнать. Это вызвали на детей охрану, чтобы они нас ездили. Мы здесь влияем, а вы здесь. Вы здесь. Мне не даете работать. Я вяжу на их жизнь. Ну что, это нормально? Вы стоите, я купили кассу и стоите. Вы нарушаете. Значит, ваш магазин, они вам зарплату платят, я понимаю. Ваш магазин нарушает. Хорошо, я вам сказал, не получайте. Правила хранения продукта. Просто когда вы своим детям будете. Меня надо узнать, за ним побывать сейчас денег. Он не говорит, не его. Сейчас как мать. Вы такие же дети, как и у вас есть дети. Но мою детей никогда в жизни так разговаривать, не ухать с вами, как не махал. Потому что вы меня силой пытались отсюда вывести. Хотите писать? Потому что вы что, охуели, ребят? Тихо. За что охуели? Ты свою работу не выполняешь, значит, из-за того, что ты не выполняешь свою работу. Не перебивать, я вас не перебивал, пока вы говорили. Хорошо? Если вы еще и не разговариваете. Не надо. Я вас сколько раз говорю, вы столпились, блядь, что-то берете. Один берет, три человека стоит рядом. Какие нахуй претензии? Так я сейчас вот пусть как лево, нахуй ты мне так расскажешь. Ты шо? Я свою семью сам зарабатываю. Шо? Понимаешь? Ну так иди зарабатывай. А ты себе выбрал работу, так вот я свою работу. Просто мы не пробуем, по 10 человек пускай. Не обещаю. Ну вы по 5, это ваши друзья. Сейчас можно проверить.